Ну что, как говорится, в помощь украинским СМИ, беспомощным и беспощадным. В соцсети позабавил ряженый ветеран на Одесской аллее славы. Этого попугая с орденами каждый раз выставляют в дозоры на вахту. Ветерану сейчас должно быть под 90 и больше, а этот Васек тянет на 70 с небольшим. Лохотрон, да и только, уже и в рашке, бла-бла-бла-бла-бла. На вид пожилому мужчины около 60. Между тем, и обсуждается, почему между тем. Второе. Медаль 100 лет со дня рождения Ленина, давали ее в 70-й год людям заслуженным. Из боевых наград замечен орден боевого красного знамени. И этого ордена у него быть не может. Орден Ленина, также они обнаружили у него. Ну и другие несоответствия, явные несоответствия. Вот, к примеру, да, интернациональный долг он должен был выполнять где-нибудь в Египте, откуда у него афганский знак. Ведь к тому времени он должен был уже копать грядки у себя на даче, забивать козла. И украинские СМИ с удовольствием поставили это разоблачение, а другие украинские СМИ с удовольствием это разоблачение липового, ряженого подхватили. По Одессе разгуливают ряженые ветераны. И все те же самые доводы. 60 лет, афганские знаки у него быть не могут, боевого красного знамени. Вот соцсети позабавил ряженый ветеран. Я смотрю, что это вообще модно, модным стало вот, обсуждать ряженых там, ветеранов. То есть там, ну, иногда избивать стариков, если получится. А потом показывать, что активисты дали прикурить колорадом, к примеру. С 10 апреля я пытался найти этого ряженого. Ну и у меня получилось. Далее, я не знаю, комментировать нет. Наверное, без комментариев. В 74 году. Президент Верховного Совета, 88 год. Воина интернационалиста. 10 лет Саурской революции. 10 лет Саурской революции. Афганская за боевые заслуги. За воинскую доблесть, вознаменование столетия со дня рождения. 90 лет Великой Октябрьской социалистической революции. И 90 лет вооруженных сил СССР. Дальше. Юбилейное. А вот то, что приняли за орден боевого красного знамени. 90 лет вооруженных сил, но вот так выглядит боевого красного знамени. Возможно, оно и похоже. Но за трудовое отличие. За отвагу на пожаре. 20 лет победы в Отечественной войне. Юбилей 70 лет победы. За безупречную службу первой степени ее нет. Ну, пусть считают, что купили. Да. Не, да, если они третьей степени. Вот. Третий за безупречную службу. За безупречную службу второй степени. Я показал уже дальше. Да. 50 лет вооруженных сил. 60 лет вооруженных сил. Ветеран вооруженных сил. 60 лет победы Великой Отечественной войны. За верность присяге. Да. Участник локальных конфликтов. Ну я даже не знаю, что еще к этому добавить. В принципе, тренируйтесь на кошечках, ребята. На людях не тренируйтесь.